описаний никаких. Да ничего, я видео записываю. Так, ну, в общем, с этого и начинается наша поездка. На улице, смотрите, еще темно. Сейчас половина четвертого утра. Ну, очень поздно, надо, конечно, раньше выезжать. О! Ребят, я так соскучился по путешествиям. Блин, как классно. Ребят, мы едем на край света. Во Владивосток. Блин, я прям в предвкушении. Без 5-4 и мы потихоньку стартуем. Полшестого и наконец-то начинает расцветать. За сколько мы? За полтора часа, да? За два часа мы проехали 158 километров. Очень много встречных машин идет. Это просто караул. Много Москвы, много. Кого там? Москва, Тверь, Питер. Аварию уже видели даже. Человек уснул. Так что вы, если ночью едете, если устали, обязательно нужно остановиться и ночевать, отдыхать, чтобы не было никаких приключений. А так все хорошо, едем. Ребята, обратите внимание, подсолнухи все грустные какие-то. Солнышко только-только взошло, а они все вниз смотрят. Смотрите. Ребята, так мы и разлетаемся. Поднимите веки. Это. Караоке без музыки. Ребята, привет! Приветствую вас на своем канале о путешествиях. Обратите внимание, это первый день нашего путешествия. Вот что будет 30-й день? У-ху-ху! Так, ребят, всем большой привет. Приветствую вас на своем канале о путешествиях. И в этот раз мы направляемся, ну, можно сказать, на край света, а именно во Владивосток. Отъехали от дома на 200 километров. Частота поражает, конечно, это вам не Беларусь. В общем, наконец-то рассвело, вышло солнышко, дорога более-менее нормальная. И за сегодня мы должны проехать 850 где-то километров. Сегодня доезжаем мы в Подмосковье, ночуем. К сожалению, ночевать придется в палатке. Это как-то я не особо люблю ночевать в палатке. Одно дело спать в машине, другое дело в палатке, но ничего. И, в общем, завтра мы уже садимся на самолет
и летим во Владивосток. Но вернее как во Владивосток, не в самом Владивостоке есть аэропорт, а рядышком населенный пункт Артем. Там аэропорт, по-моему, Кневич он называется, его как раз туда прилетает самолет. А оттуда мы, наверное, будем добираться на электричка, оттуда, на электричке. По-моему, будет стоить билет 300 или 350 рублей. Так что, в общем, мы едем дальше. Автомобили шелкового пути. Ну да, возможно. Только что они делают, когда все ралли уже закончилось? Ну просто, наверное, катаются. Готовятся к следующему году. И к следующему сезону. Потренироваться. Ну да, потренироваться тоже надо. А так вдоль дороги вот продают. Пожалуйста, и тыкву, и картошки, и яблоки, и все что угодно. А мы едем дальше. Чего только душа не желает. Если сейчас кто-то из белорусов меня смотрит, пожалуйста, постарайтесь вот эти вот несколько секунд не заметить. Ну, я должен показать. Я человек такой, я всегда показываю, говорю, рассказываю правду. Очень мне стыдно за российские обочины. Ну, ребят, смотрите, в общем, такого в Беларуси нет вообще. А у нас, пожалуйста. Ну просто позор. Вот такая правда. Ладно, закрываем глаза и едем дальше. Так, ребят, ну в общем, мы за сегодняшний день уже проехали 885 километров. Сейчас у нас половина шестого. И мы сейчас... Загорелось. Ну и хорошо. И сейчас мы выезжаем на М4, на магистраль. Между прочим, здесь стоит очень много указателей, то, что вы въезжаете на платную дорогу. Вот этот разводняк уже длится много лет. Сейчас пока никакой платной дороги не будет. Вот она, пожалуйста, М4. И вот мы на пока что бесплатном автобане. Я, конечно, больше чем уверен, спустя какое-то время этот участок станет платный, потому что есть аналоговая дорога через Каширу. А там кто его знает. В общем, едем. Ребят, в общем, мы сейчас будем проезжать Аку. Нет, не машину Аку, а реку Аку. И сейчас будет населенный пункт
Ступино, и вот как раз в Ступино мы будем сворачивать. Там есть шикарное местечко, где мы и заночуем. Палаточки. А теперь давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Что-то движение вообще какое-то рваное. То все летят, то еле ползут. Где речка какая? В общем, ребят, смотрим. Ребят, как называется, кто успел увидеть, тот увидел. В общем, реку Аку мы проехали и сейчас направляемся в Ступино. Или это все в прошлом? Да. Ребят, возможно, еще Ступино делают, помимо сникерсов, марсов и прочих вкусных конфеток, еще и вертолеты. Кстати, изменился. Вот здесь вот совсем другой был памятник. Он сейчас стал каким-то вообще другим, каким-то современным. А раньше был просто настоящий винта от вертолета. Но тут просто его добавили, его улучшили. Сейчас настоящий, то есть он стал другим. Мне кажется, они добавили просто шар туда сверху, а так все то же самое, что и раньше было. Пожалуйста, автовокзал. Нам еще надо заправочку найти. Ищем заправочку. Хотели на Роснефти заправиться. Чего? Плохо что? Зеркало снимаешь там? Зеркало не надо палить. Я, Серега, все. Все. Зеркало не снимать. Не буду. Не буду я снимать зеркало, все, не палю. Короче, нам сейчас надо заправиться, а то у нас, смотрите, какая штука. Какой ездит, мам, вижу. Смотри, мама как обрадовалась, он тут не перекопанная. Чувствуешь, что его? В общем, мы едем сейчас. О, здесь уже Тима нас остановит. В общем, едем к месту своей ночевки. И когда мы всегда бываем. И когда мы бываем в этих краях, вот всегда останавливаемся на том месте. Но в этот раз придется нам еще воспользоваться палаточкой. Так, ребят, к сожалению, вечером я... вам не записал, как вообще мы здесь обустроились. К сожалению, мы спим в палатке. Палатка, конечно, это... Ребят, я не люблю палатки. Понимаете, спать, отдыхать в машине – это здорово, это безопасно, это классно. Спать в палатке – это просто, это кошмар какой-то. Вот смотрите, нас отделяет от внешнего мира всего лишь вот эта тряпка и все. Когда спишь в машине, тебя отделяет от внешнего мира толстые стекла и металл. Здесь этого ничего нет. По факту, вот мы, можно сказать, мы ночуем прямо на улице. Ну вот просто вот этот материал от дождя и все. Я ненавижу палатки. Последний раз я ночевал в палатке очень много лет назад.
автомобиль, да, это классно, удобно, безопасно, здорово. Здесь, ну, не мое. Так вот, не успел я, ну, вернее, не смог я вам записать вечернее видео, потому что уже и быстро стемнело, и пришлось бегать, прыгать быстрее, палатку ставить, и кушать, готовить, и все-все-все на свете. Завтра утром я вам покажу, как выглядела наша ночевка. В общем, ребят, всем спокойной ночи. Увидимся в следующем дне. Пока.